сельскохозяйственное предприятие «Александровка» в Приазовском районе Запорожской области является одним из самых крупных и передовых хозяйств в нашем регионе, ориентированное на получение максимального результата при выращивании зерновых и технических культур. Благодаря своему многолетнему опыту предприятие всегда выходит в лидеры по урожайности, хотя и находится в непростых погодно-климатических условиях. Находимся мы в зоне рискованного земледелия, поэтому приходится нам бороться, спасать, лечить все, чем мы занимаемся. В основном мы высеваем на территории хозяйства такие культуры, как озимая пшеница, озимый яровой ячмень, горох, рапс, ну и, естественно, подсолнечник. 10% у нас занимает паровая площадь. По этому году, значит, на территории нашего хозяйства посеяно 5540 гектаров пшеницы. Вы знаете, какая была зима в этом году. Она никого не щадила, поэтому не пощадила и нас. В пределах 850 гектаров у нас погибла зимняя пшеница. Некоторые посевы в пределах 300 гектаров мы пересеяли яровым ячменем. Остальные площадя мы оставили под пар. Болея за конечный результат всей душой, специалисты предприятия постоянно внедряют в производство передовые и инновационные элементы технологии производства сельхозпродукции. Особое внимание агрофирма уделяет питанию растений. И несмотря на то, что на некоторых полях было внесено по 3 центнера аммиачной селитры, в этом году для того, чтобы подтянуть ослабленные посевы, было принято решение всю пшеницу и ячмень подкормить органоминеральным удобрением «Ростконцентрат». Как рассказала нам главный агроном предприятия, заслуженный агроном Украины Анна Дмитриевна Шопова, ситуация вынудила их применить удобрения и, в частности, Ростконцентрат в одной баковой смеси с другими препаратами. Без удобрений в нашем хозяйстве, то есть в той зоне, где мы вот сегодня что-то пытаемся выращивать, без удобрений ничего не получается, потому что я уже раньше сказала, у нас осадка выпадает минимум, земля буквально через месяц растрескивается на квадратики, и мы потом эти все растения как-то вытягиваем, пытаемся спасать. Именно поэтому сельхозпредприятие «Александровка» решило внедрить такой элемент технологии, как Ростконцентрат. Сегодня те площадя, которые посеяны у нас по пару, после пара, по гороху, мы их сегодня уже в пределах 1500 гектаров мы обработали. Обрабатывали мы, значит, баковой смесью. Работаем мы примой препаратом пол-литра на гектар. Работаем от 8 до 10 килограммов карбамида. Сюда же мы даем 2 килограмма розосоли, 1 литр Ростконцентрата. Сегодня мы работаем фулгором, фунгицидами. Чуть попозже мы будем работать фальконом по пшеницам. Многие сельхозтоваропроизводители из различных регионов Украины убедились в эффективности удобрения Ростконцентрата. Доказано его действие как антистрессанта, адаптогена, иммуномодулятора и участника формирования структуры урожая. А применение Ростконцентрата приносит только положительные результаты. В самую трудную пору для аграриев на помощь приходит продукция торгового дома «Кессон».